Кирилл, сын олигарха, ведет скандальный образ жизни, чтобы досадить своему деспотичному отцу. Кирилла давно любит Светлана и глубоко страдает от его выхода. Светлане очень тяжело, ведь Кирилл – это ее роковая любовь, от которой она не может отказаться. Что же ее ждет дальше? Посмотреть вы сможете в 9-й серии, которая выйдет уже 21 января.